привет, мама, папа, у меня все хорошо, я хотела передать вам привет. И вообще всем на Украине, в Казахстане. Я по вам очень скучаю. Надеюсь, мы встретимся скоро. Привіт, щирому Закарпаттю. Здравствуйте, Мукачев. Здравствуйте, всі дорогі. Привіт, здравствуйте, мама, папа, Альонушка. Передаю вам всім привіт від цієї країни, яка нас прийняла. Всього найкращого. Здравствуй, дорога мама, бабушка, дедушка. І вся Україна, весь Ужгород. Я хотів би вам передати всім большой привіт. У мене все хорошо, все нормально, живу нормально. Привет всему Ужгороду. Здравствуйте, дорогие мои, мама, папа и Димочка. Я очень с вами скучаю, хочу, чтобы мы побыстрее встретились. У нас все хорошо, погода у нас отличная, скоро мы будем гражданами Израиля. Привет всем друзьям и знакомым. Здравствуй, зимний дождливый Ужгород. У нас тепло и светит солнышко. Я всех очень люблю, передаю привет всем, кто меня знает. Я написала стихотворение, пусть оно чуть-чуть грустное, но я все равно хочу его прочитать. Смотрите, мы улыбаемся, хоть слезы порой в глазах, ведь знаем, вам очень радостно сегодня увидеть нас. А жизнь как вокзал, мы встретимся на том или ином пути. В объятия нас ваши ветер любовью должна принести. До свидания. До свидания.